Можно? Эй! По ветру березки вились челками, плакали на девичий манер. Ехал как-то менеджер из Сколково к девушке своей на селигер. В голове его роились формулы по созданию нанотопора. А девчонка к тренингу готовилась, пела песни Лепса у костра. Он ее искал на кромке озера, в спальнике заглядывал ища. Она все у плиты елозила, активистам жарила леща. Никогда б они уже не встретились, если б менеджер не взял в тот раз навигатор поколения третьего портативный собственный ГЛОНАСС. Перестроил он его немедленно на частоты страсти и любви, и друг друга на вечернем тренинге менеджер и девушка нашли. Койко-место им тотчас же выделил добрый селигера-комиссар. Ночью тою двух влюбленных лидеров форум молодежный повенчал. А потом была дорога долгая, срочно вызвал главный инженер. Ехал менеджер обратно в Сколково, плача, покидая селигер. Ехал менеджер обратно в Сколково, плача, покидая селигер.